Так, договори. Вот, у меня есть новый совет. Мы как-то разбирали от Марка, глава 10, 21 стих. Иисус же, взглянув на него, полюбил его и сказал ему... Ничего не понятно, просто шорох идет и все. Иисус же, взглянув на него, полюбил его. Дальше читайте. Полюбил его и сказал ему, одного тебе не достает. Еще непонятно. И сказал ему, одного тебе не достает. Иди. Пойди раздай, продай. Все, что имеешь, продай и отдай нищим. И будешь иметь сокровище на небе. И приходи и следуй за мной. У меня точка. А когда мы разбирали этот стих, еще есть продолжение «И возьми крест». Вот скажите, это как бы недопись в моем новом завете. Ничего не понятно. Это... Подождите, ничего не понятно. То ли сегодня. Кто слышит хорошо его, переведите. Теперь слышно меня? Вот так лучше. А что там было-то? Так лучше. Ну я как лучше? На микрофоне, в общем. Сравнивать не приходится. Там будто бы где-то ушел человек и бурчит про себя. Понял. Извините, да. Я просто сравниваю стих от Марка, 10 глава, 21 стих. Когда мы читали в конце его, я могу его опять повторить, прочитать. «Следуй за мной, и у меня точка, а у вас продолжение «возьми крест». То есть вот такое как бы сравнение с моим Новым Тестаментом, с моим Новым Заветом и то, что вы читали, то, что мы разбирали». Это что, недопись в моем Новом Завете, то есть не хватает слов? Не знаю, тут я не вижу ни то, ни другое. Потому что бывает кое-что берут в скобки, там, курсивом. А у меня просто точка. Ну, может быть так, ну, смысл понятен. Последуй за мной, понятно. Взяв крест. Вот Евангелие от Марка, 10 глава, 21 стих, тут у нас, это православное издание, 77 книг. Написано, взяв крест, последуй за мной, да. Взяв крест. А у вас, взяв крест, нет у него, говорит. У нас следуй за мной. А какое издание? Кто издал ваше? Оно у меня Новый Тестамент, World Help, протестантское, вроде как, World Help, издание его. Ну, я сейчас скажу, какого года? 93-го года. Издательство «Протестант». Не знаю. Это не православное. Поэтому я отвечать не буду. Понятно. Значит, потому что они 11 книг выбросили. 11 книг сразу потеряли, выбросили. Вот два слова «взяв крест» без скобок. То есть она должна быть... Да, нет, крест они не признают. Они могли выбросить и все, как вот свидетели Иеговы. Они издали свой... Значит, получается, это Новый Завет, его просто спалить, правильно? Не знаю, надо подробно посмотреть. Кто издавал? Вот протестант, ну, протестант говорю... это общее название. Конкретно, какой деноминации? Как эти еретики называются? Издательство «Слави Госпел Пресс». То есть это Соединенные Штаты Америки. Я не знаю, что сказать тут. Ну, это значит их перевод, то есть это не синодальный перевод. Не синодальный. Да, да, да. Это американский, видимо, свой перевод они сделали. Может быть, нет, тогда отставьте его. Я понял. Да. Благодарю за ответ. Слава Христу. Все, отхожу. Спасибо, Христос. Аллилуйя.